Что мы устанавливаем сегодня? А, да, устанавливаем сегодня FFCM 1221 ультиматы. А что это такое, спросите вы? А это у нас Half-Life, усовершенствованная Half-Life. Так, разрешить, конечно, разрешаем. Мега-супер-графон. В общем, Half-Life. Итак, это Half-Life Cinematic Mode 12. Ставьте пальцы вверх. Итак, добро пожаловать. Нажимаем далее. Итак, как видим, у нас тут описание. Гигантское описание. Кто не будет читать, перейдем сразу к установке. Нажимаем далее. Итак, требуется место у нас. Сколько? 50? Отлично. Нажимаем далее. Вот это наш Алекс такое, такая выглядит такое. Довольно. Посмотрим, что нам требуется. Так. Я просто камеру поставил далеко. Так, 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 так. И экран тоже очень далеко. Вот у меня экран, можно сказать, рука даже не достает до экрана прямо. Так вот. А циферки, буковки маленькие. Я хочу сейчас предупредить. Сейчас у нас 0:26. Время наше. По латвийскому времени. Да, сейчас сегодня у нас уже 17-12. 2016. То есть 17 уже число сегодня уже. Записываю уже, сказать, сегодня. Ну, как бы сегодня, думаю, что уже в следующем дне записываю. Так. Так, русская озвучка. Русская озвучка от Буки. Так. Включаем ЕНБ. А что такое ЕНБ? ЕНБ Series. Не знаю, что такое. Настройки. Освещение. Освещение побережья. Так, странно. В общем, нажимаем далее. Так, куда будет установлен? Так. Нажимаем установить. Ну, это займет, я не знаю, сколько времени. Даже это установка, распаковка архива и все остальное. В общем, увидимся, когда но установится игра. И тогда мы ее запустим и посмотрим, как она на самом какая на самом деле она. И да, если хотите, чтобы я прошел бы эту игру, начал Let's Play, Let's Clay, то пишите в комментариях. Процесс распаковки текущего архива уже прошло примерно, не знаю, минут 5 примерно, 5-10 минут с предыдущего видео процесс пошел. Но он, в общем-то, не спеша идет, в общем, как сказать, видео будет потихонечку тоже частями, но потом я все это дело смонтирую вместе. Да? Если что, можете спросить у меня, как я монтирую и с чем именно, каким образом. Итак, странно. Хе-хей! Привет всем! С вами Размит. Итак, вот мое рабочее место. Так, включаем комп. Так, пароль. Вводим пароль.
Fake Factory Cinematic Mode версии 12.21 установлен. Раз, два, три. Эй, привет всем, с вами Радмит Верзир. Итак, мы уже установили... как его называется? Что мы установили? Fake Factory Cinematic Mode. Итак, я нажал на кнопочку конфигурация. Итак, выбираем язык. Языка выбираем. В общем, тут нету. А нет, или есть. Есть русский язык. Выбираем русский язык. Auto Language. Steam Language. Да. Актив. Актив или диалоги только. В общем. Так. Что еще? В общем, нажимаем ОК. Фу. Итак. Вот этот момент настал, чтобы запустить игру Half-Life. Так, а где у нас простая Half-Life? А вот она. Так делаем. Вот. Итак, хе-хей, привет всем. С вами Радмит Верзир. Итак, мы прошлись, то есть я прошелся по настроечкам немножко. Так, сложность трудный. Поставил дополнительный выстрел с миноружия, читы. Не будем использовать их, конечно. Так, тут мы принимаем. Два динамика, субчитры. Все субтитры поставим. И видео 10.14.40 на 10.50. Обязательно. Так, дополнительно. Отражение, сглаживание, в общем, все это надо, в общем, выставить. Раз, два, три. Хе-хей, привет всем. С вами Радмит Верзир. Итак, нажимаем на новое. Итак, я выкрутил настройки, в общем, по максимуму. Так, первая глава. Точка внедрения. Так, так, так. Ух ты, стоп. Что такое вот это вот? Ух ты. Комбайны. А, это уже конец. Конец игры. Куда я уже залез? Не успел начать. Оп, начинаем. Подождем загрузку. Так, и загрузка уже у нас. Так это... Раз, два, три. Хе-хей, привет всем. С вами Half-Life 2. Cinematic Mod. И проходим Радмит Верзир. Так. Что-то не то сказал? Правильно вроде бы. Хе-хей, с вами Cinematic... А, да, Радмит Верзир. И проходим Half-Life 2. Cinematic Mod. Fake Factory Cinematic Mode, вот. Итак, нажимаем новое. Начинаем. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Да-да, проснусь и буду петь. Да. Нет, я не хочу сказать, что такой джимэн. Прикольный. Кто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром. Пока, скажем просто, что вас сейчас снова пробил.
Сейчас будет нужный человек не в том месте, может перевернуть мир. Нужный человек не в том месте. А я говорил? Может перевернуть мир. Так проститесь, мистер Фриман. Проснитесь, во сну вас ждут. Проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Да, великие дела, отличненько. Ай! Велосипед, не идем. Велосипед, не нафиг. Так, идем. О, круто, вот это детализация. Халфа, я понимаю. Эй, ты кто такой? О, ух ты, какой негр прикольный стал. Афроамериканец, я извиняюсь. Очень извиняюсь. Афроамериканец. Здорово. Ну? Только не наблюдай на меня. Возможно, мы встретимся позже. Это не твои слова. Иди прочь, наркоман. Я как это было? Нарколыга. Вот и конец линии. Ну, я думаю про Half-Life. Кайф-Лайф. Добро пожаловать в Сити 17. Ой, какой блин! Вы его выбрали, или его вот выбрали это блин, слушайте. Это город из оставшихся. Офигеть, вот это блин. Я такого высокого мнения о Сити 17. Да идите в попу! Что я решил разместить свое правительство здесь. Да... Да мне пофиг, да я разберусь себе, я до тебя доберусь, ты мне скажешь, когда халфа выйдет третья. Я кажусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Да-да-да. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Я не собираюсь нигде оставляться. Неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. Хорошо. Здесь безопасно. Конечно, безопасно, надеюсь. Я до тебя доберусь, в общем, мужик. Да иди в попу. Это все, что у меня осталось. Все в порядке, я иду. И ты чё? Эй, когда будет халфа третья? Ты чё, халфа третья не будет? Ты чё, не наглей? Кроме вас, на поезде никого не было. Эй, слушай, а ты знаешь, когда халфа будет третья? Нет? Ладно, пойду разбираться, в общем. Доберусь до этих... Добро пожаловать! Здорово! Добро пожаловать в Сити 17! Лесу, сами вы его вопрос. Выбрали, или мы его выбрали за вас. Это лучший улице. Город из оставшихся. Не знаю, когда это было. Я такого высокого хорошо, мнения о Сити 17, хорошо. Что решил разместить свое правительство здесь. Хоть болзай, я до тебя доберусь, блин. В цитадели, вдоль забора. Ой, кола, выпьем кола. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Ух ты, MasterCard. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Прямо... Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Все, здесь больше нету. Безопасно. Закончилось. Так, 4 баночки и все, больше нету. Ля-л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 я. Девочка. Пипевочка, ля. Эй, что ты мусоришь, мужик? Нася, в хан. Прекрати! Я думаю, ты легавый. Здорово. Не пейте воду. Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили. Вот я именно. Помню, как я сюда попал. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали. Нету? Или его выбрали за вас. Это лучше. Ух ты! Ничего себе, вот это для детализации. Мнение о Сити 17, что решил разместить мужик, свое правительство здесь. Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Иди в попу. Здесь безопасно. О! Мужики! Опять доктор Брин? Я надеялся, что в Сити 14 видел его в последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Это его опорная база. Это самое... Неправильный твой диалог. Твой, давай пузырь пронесем. В общем, у меня еще пузырь остался. Во. Нет? Алло, алло, мое. Милиция, шмалиция, шмалиция. Ладно, идем. Добро пожаловать! Да-да, добро пожаловать в Сити 17. Можем говорить с ним, нет? Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого да, высокого мнения а о я Сити нет, 17. Высокого мнения. Надо будет почище блина сделать, иначе не могу цитадели. Я. Идите своим цитадели. О, комбайн. Ну, комбайн, здорово, комбайн. Я тебе могу. Не-не-не, бежим, 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 у нас комбайн. Итак, давай. Собираетесь пока комбайн. Здесь.
Или же вас ждут неизвестные... Хе, пидор. Пидорок. Комбайн пидорок. Пидорок. Здесь безопасно. Внимание. Пидорок обнаружен. Комбайн пидорок. Здорово. Иди нахрен. Лежать, ползать, ё-моё, летать. Здорово. Давай идём. Секьюрити. Они ответили Г4. Пожаловать в Сити 17. Отвечу. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Блин, жалко, что я не могу читов использовать. Я тебе в морду дал бы. Ломиком. Открывай, Вася. Открывай, Вася. Здорово, Вася. Окей, захожу. Зашел, Вася. Вали нахуй. Оба, кого-то ищут. О, это же Алекс. Алекс Венс ищут. Ни хрена себе. Я должен... Ой, я... Гордон, здорово. Это я, Барни из Черной Мессы. Ой, шутник. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. На, посвятись. Ой, это какой Линукс. Линукс. На Линуксе все, на Линуксе. Все это. Ааа, на Линуксе. В чем дело? Ой, какой прикольный. Извини, док, но посмотри, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Да, Гордон Фриман. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел... Он, слушай, не ожидает, что я сегодня халфу включу. Я предлагаю, в общем, разобраться. Она придумает, как его сюда доставить. Я, в общем... Если он будет держаться подальше от постов... Не-не, я ничего не буду постить ВКонтакте. И в Одноклассниках тоже. Мы и так сильно рискуем. Даже на Фейсбуке ничего не буду постить. Да-да. Я тоже, лысый. Пописай, иди. До лаборатории доктора Кляйнера самому. Ты куда? О, черт. Этого я и боялся. Лампу застрял. Пока ты меня не засветил. У меня фонарика-то нет, вот. Вот нет фонарика. Ну? Нечего здесь время. На Красную площадь? Окей. Я думаю, кучу... Я тебя позже найду. Я думаю, кучу навалить здесь, вот. Так вот. Кучу навалили, в общем. Ладно. Идем на площадь, Красную площадь. Мавзолей. А! О, блин, тут цветы появились. Ничего себе. Тут должны быть бутылки валяются. А, вот они. Так. Так, вот они, бутылочки тут валяются. Итак, увидимся в следующей части. Напишите в комментариях, хотите вы... Хотите ли вы, мои зрители, чтобы я проходил бы эту игру дальше? Пальцы вверх под видео. Подпишитесь на канал.